На что готовы китайские автомобилисты, как реагируют собаки на своих соседей и каким способом сорвать овации, танцуя балет на сцене в первый раз в жизни? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Трудности вождения в США. Именно так выглядели улицы одного из городов страны после наводнения. Впрочем, затопленный мегаполис не стал препятствием для китайского автомобилиста. Водитель не испугался воды ни снаружи, ни внутри и доехал до пункта назначения, умудрившись не заглушить двигатель. Терпеть нежелательного соседа порой могут не только люди, но и собаки. Оказавшись в клетке вместе с котом, этот питомец высказал своему хозяину все, что он думает об этой ситуации. А эмоции этого пса вызваны противоположной причиной. Увидев за забором соседскую собаку, гуляющую с другим псом, он начал также высказывать свое недовольство. Несмотря на то, что такое происходит постоянно, хозяева питомца уверяют, что найдут для своего ревнивого питомца подружку. Ребенок не может, папа поможет. В сети набирает популярность видео с мужчиной, станцевавшим балет. Все началось с того, что его дочь, выйдя на сцену, растерялась и начала плакать. Тогда к публике вышел отец девочки и показал ей, что выступление на сцене и балет – это не так страшно. Бесан Сабирова, Вызов 112.